Видео и фото ненастья в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, как высокие волны окатывают автомобиль. Его водитель, видимо, любовался морем, но параллельно получил бесплатную мойку машины. Шторм разбил набережную около Олимпийского парка. Раньше ее уже размывало, поэтому сейчас ее ремонтируют. Из-за незавершенного ремонта участок вновь оказался поврежден. Как сообщает ТАСС, часть пострадавшего участка находится в ведении муниципалитета, часть под ответственностью краевых структур. Поэтому вопрос о ремонте пока остается открытым.